Всем привет, с вами Никсаген. И сегодня мы посмотрим на фигурку от компании Diamond Select Toys. Серия Marvel Select. Фигурка черной вдовы. Очень интересная сегодня у меня история с ней произошла, когда я ее выкупил. Принес, распаковал из коробки. Я увидел то, что она косоглазая, у нее совершенно были ужасные глаза и совершенно практически не было на ней никакой покраски. Так как она совершенно не соответствовала своему рисунку, который классически изображен на задней стороне, и совершенно другое было все. Здесь у нас о том, кто она, что она Наташа Романов, она русская, получается, завербована Ником Фьюри в спецгруппу щита как шпионка. А здесь у нас еще фигурки серии. Это у нас Соколиный глаз и классический Тор. Мне, если честно, больше нравится Соколиный глаз, нежели Тор. Здесь у нас арт героя. Стандартный отсек. Ну и давайте распакуем, посмотрим на нее, и я расскажу, что я с ней сделал. Фигурку я распаковывал уже. Получается, здесь у нас такой вот арт. Ручку так отставим. Здесь у нас лицензионный буклет. Тускловато сделаны картинки. Видимо, тоже краски не хватило, как и на саму фигурку. Здесь у нас мини-мейтс. Отложим в сторону. С ней шла вот такая вот диорамка. С диорамкой было все нормально, покраска была сделана отлично. Здесь у нас отголосок на будущий фильм «Мстители. Эра Альтрона». Тут запчасти Альтрона валяются или какого-то киборга. Вот такая вот замечательная диорамка. Выполнена из такой полупрорезиненного пластмасса. Здесь у нас ничего особого нету. Вот такая вот замечательная диорамка. Также с ней шел вот такой малыш. Тоже пасхалочка, отголосок на будущий фильм «Человек-муравей». Так как фигурка выпущена в 2014 году. И это такая, скажем так, отголосочки, возможно, какие-то. Устанавливается на диорамку. Сюда так ставится. Ну что ты? Вот и так вот у нас стоит. Давайте отставим его. И перейдем к нашей виновнице торжества. Вот наша героиня. Что о ней можно сказать? То, что я ее перекрашивал от лица до пяток. Единственное, что я не трогал, это волосы, так как у нее волосы были в полном порядке. Претензий никаких не было. Глаза были совершенно косые. Один глаз не прокрашен был, второй. Вообще непонятно было, что с ним. Те, кто видели то, что я писал в Гигзону, фотографию, те видели, что с ней было. Ну и вот, собственно, что с ней стало. Покраски не было вообще никакой. Был просто голый черный пластик.
Я покрасил черной глянцевой краской, чтобы был ближе сходство о том, что она в черном латексном обтягивающем костюме. Опустил ремень пониже, он был на уровне, получается, сгиба, на уровне точки артикуляции. Она у нас крутится 360, не буду полностью показывать, чтобы не разбалтывать механизм. Полностью переклеил его, переделал, перекрашивал всю, вообще всю. Даже пряжки были сдвинуты в бок, покраска. Мне пришлось их сделать нормально, что слева, что справа. Что еще? Руки перекрашивал полностью. Пришлось и красить ногти, делать ей маникюр. Ну, пробежимся по артикуляции по-быстренькому. Голова у нас двигается плохо, так как мешает волосы. Ну, особо и не надо, чтобы получается руки 360 вверх-вниз, локти 360 тоже вверх-вниз, кисть, крутится ее браслет. Вторая рука точно так же двигается. По ногам можно на шпагат. Так, тоже 360. В колени сустав двигается, получается двойной сустав. Сгибается очень хорошо. И нога у нас получается 360. И ступня тоже у нас двигается. Фигурка очень достаточно подвижная. Реально экшен фигурка. Ну, вот такая вот замечательная фигурка получилась. Эксклюзивно пришлось покрасить ее, чтобы осталась на полке. Если честно, было лениво идти на почту, отправлять и потом ждать, чтобы ее заменили. Ну да ладно, пусть остается как есть. Теперь с ней все в порядке. Ну, давайте мы установим ее диарамку. Стоит она достаточно хорошо. Вот. Наша Наташа Романов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, может, если у вас такие какие-то проблемы случились с фигурками, то что пришла фигурка, а фигурка маленькая бракованная. Подскажем, чем можем и, собственно, что знаем. Всем спасибо за просмотр. Палец вверх. Я сегодня поранился. Но без травм никуда. Всем спасибо. Всем пока.